2 апреля 2015 года открылось первое отделение многофункционального центра в Сергиевом Посаде. С чего все начиналось? Основной идеей создания многофункционального центра была реализация принципа «одного окна». По этому принципу МФЦ 3 года назад начал предоставлять услуги оформления паспорта, регистрации актов гражданского состояния, постановку на налоговый учет и так далее. До появления многофункциональных центров, чтобы оформить те или иные документы, приходилось ездить в разные точки города и в различные организации, отстаивая там огромные очереди. С появлением центров стало достаточно просто прийти в одно место, подать заявление и получить результат в установленный срок. Всю работу по сбору документов стали проводить сотрудники центра вместе с государственными и муниципальными органами власти. Сергиев Посад – это очень большой выход из положения, потому что все организации были достаточно далеко друг от друга расположены, это было очень удобно. Наталья Бонина – один из первых операторов Сергиево-Посадского МФЦ, работает с самого начала. Раньше работала психологом. Эти навыки ей очень пригодились на новой работе. Люди к нам обращаются разные и очень часто приходят изначально с не очень хорошим настроением с самого начала. И поэтому, мне кажется, самое, одно из главных наших задач, помимо того, конечно, чтобы правильно выполнить свою работу, еще и сделать так, чтобы человек ушел от нас, освободившись от плохого настроения и негативных эмоций, чтобы он понимал, что есть люди, которые помогут ему в решении всех его вопросов довольно быстро и компетентно. Мне кажется, во-первых, нужно встретить человеку улыбку. Это очень здорово, очень большую роль играет, потому что когда тебе улыбаются, продолжать ругаться и кричать без причины, наверное, не имеет смысла. Ну, а потом все-таки мы очень следим за компетенцией наших сотрудников. У нас постоянно происходит обучение, поэтому мы стараемся, чтобы специалист выложился полностью и помог человеку в решении всех его проблем, чтобы, уходя из окна, заявитель понял, что он сделал все, что хотел. На первичное обучение будущего оператора многофункционального центра уходит 2 месяца. Но учиться новому операторы не прекращают, потому что постоянно добавляются новые услуги. Анна Тарасова работает оператором почти год. До этого работала юристом. Закончила Сергиево-Посадский филиал индустриального института. Как в любой работе, есть сложности, но от своей работы Анна получает удовольствие. Тяжелее всего работать с заявителями уже преклонного возраста, пожилыми, потому что сейчас очень много услуг передали через портал госуслуг, и сложно бывает объяснить пожилым людям какие-то вещи. Получаю удовольствие, когда заявители получают услугу, когда они уходят довольны и благодарят, когда действительно понимают, что ты помог людям. По словам главного специалиста отдела по работе с заявителями Натальи Бониной, работать операторами МФЦ приходят из разных профессий. Главное – это желание помогать людям, быть неравнодушными и терпеливыми. Вы знаете, у нас невозможно быть равнодушным, потому что приходит очень много разных людей, особенно люди пожилого возраста, молодые женщины, которые сидят с детьми. И им очень часто не хватает внимания, не хватает общения. И когда они начинают рассказывать свою жизнь, не реагировать порой невозможно. Девчонки все очень доброжелательно относятся в такие моменты к нашим заявителям и иногда исполняют роль еще и психологической помощи, потому что в момент приема нужно не только принять правильно документы, проверить, заполнены ли заявления, но помимо этого порой оказать психологическую помощь, поговорить про родственников, поговорить, все это, чтобы уложиться в прием и чтобы при этом заявитель был доволен и ушел от нас со спокойной душой. За 3 года помимо главного офиса здания администрации было открыто 2 полноценных филиала – на Клементьевке и в Хотькове. Еще 20 окон МФЦ было открыто в поселениях. В будущем планируют продолжать открывать новые окна, чтобы возможностей оформить документы быстро, качественно и удобно было еще больше. Алена Ромашкина, Евгений Шевченко. Тема.